Девочки, не хватило у меня терпения, не смогла я сдержаться, и все-таки я заказала. Я заказала на официальном сайте Essence. И сейчас я вам покажу, что же я заказала. Такую красоту. Заранее извиняюсь. Извиняюсь за то, что я вас дразнить буду. К сожалению, это так. О, это весь заказ у меня? Да. Вот он, весь заказ. Я мало заказала. Так, открываем эту красоту. Я хотела сдержаться, но потом я увидела видео у Евы. Эти палетки, я сказала, что я их хочу. Так, все, все равно. Галь, все, в сторону. Девочки, смотрите, какая красота. Я просто не смогла, да. Смотрите, вы видите? Я тогда сдерживалась от Revolution. Revolution вообще стоит 11 евро. Но те палетки, они побольше будут. Эти палетки поменьше. Здесь пленка на пленке. Ой, я надеюсь, я ничего не разбила. А смотрите, здесь заклеено. Круто. К сожалению, почему я... Девочки, я хотела, знаете, пойти в магазин сначала. И... сказать себе, что нет там ничего классного в этом, в этой лимитке. И не нужна она мне. Смотри, здесь столько всего написано. Но в какой магазин не зайду? Ни в один ДМ, ни в другой ДМ. Ни в один Росман, ни в другой Росман. Ни в одном из тех магазинов, в которых я была, эта коллекция не представлена. И... когда я увидела видео у немецких блогеров эти палетки, потом у Евы, и я подумала, ой, фиг с ним, хочу, и все. Хотя я считаю, цена очень дорогая, но вы посмотрите, какой дизайн, девочки. Сейчас оно вниз спустится, и вы увидите надпись. Короче, это будет, наверное, долго длиться. Поторопим. Ну, вот такой вот антистресс. Это раз. Я заказала в розовой палитре. Так. Ну, здесь, слава богу, не Wet n Wild. Отклеивается легко. Здесь наклеечка. Во всей этой серии, девочки, вложены были наклеечки. Это такая их фишка. Ну, конечно, вы понимаете, что Essence, в принципе, рассчитана на подростков, чуть взрослый возраст, ну и на всех тех, кто просто любит вот такие вот няшества всякие разные. И вот я попалась. Здесь очень такая добротная крышка, толстая, тяжелая, и зеркало тоже даже, ну, по тяжести круче, чем Revolution, я бы так сказала. Наклейка, Happy Love, ну ничего такого, но пригодится, потому что я люблю что-нибудь куда-нибудь клеить. Здесь надпись с оттенками, оттенки Promise My Love, Promise My Love, Girl Next Door, Mirror, Mirror on the Wall. А, ну это типа роял же коллекция. In the Moonshine, Put the Ring on it. Ну ладно, ничего такого прям. Love story. Не очень прям они старались. Девочки, розовая палитра. Даже красная, малиновая. Даже бронзовая. Три матовых, все остальные шиммерные. Давайте, матовый я Essence уверена. Посмотрим, здесь корона выбита, посмотрите. Так, ну, будем портить, короче. Жирненькие. Жирненькие тени. Знаете, девочки, я понимаю, почему они такую цену запросили за них. Они похожи немножечко на тени Revolution. Но они не такие прям супер пигментированные, прям супер-пупер. Даже чуть-чуть плешивит сейчас. Но это я, наверное, просто не очень
набрала сильно. Давайте вот этот вот бордово-красный, фиолетово-розовый, розово-малиновый, бронзовый наберем. Ой-ой-ой-ой. Так. О, вот эти уже, видите, я чуть посильнее нажала, и они получше набрались. Да, девочки, они очень жирные, очень пигментированные. Грех жаловаться. Вот так вот делать. Оботрем. Так, это первая палеточка. Ну, теней здесь, я бы сказала, немного. Давайте посмотрим, сколько грамм. 15 грамм. Окей. Вы знаете, тогда нормально. Они, по-моему, стоят 7 с чем-то. 8 евро. А палетки вот эти, девочки, сейчас вам покажу, стоят по 4 евро. Вот смотрите, здесь 7 грамм, здесь 15. Плюс шикарный дизайн. Они даже еще очень дешевые. 8 евро для них дешево. Да, прикольно. Классно. Следующая палетка в серых оттенках. Девочки, я думала. Я хотела на самом деле заказать или-или, но не могла решиться. Не могла решиться. Я сказала, что я другие палетки из этой коллекции заказывать не буду от Essence, но закажу две вот таких глиттерные, потому что от Revolution я все же тогда у девочек тоже видела, очень красивые, но я сдержалась. Я, конечно, жду, когда они 5 евро будут стоить, и их закажу. Так, это значит у нас в серых оттенках должна быть, в холодных. Палитра здесь, видите, розовый, бронзовый, красный. Более такая теплая палитра. О, здесь уже спустилась, видите. Так, открываем. А, дискобол, дискошар. И у нас вот такие вот названия. Warrior Horse, Royal Ball. Ну, все вокруг роял, да. Так, опять же, раз, два, три матовых, четыре матовых. Здесь вот покруче. В серых оттенках она поинтереснее, должна сказать. Боже мой. Смотрите, здесь темный оттенок, темные оттенки здесь шиммерные. На самом деле это очень дневная палетка. Здесь невозможно затемнить уголок глаза, не прибегая к другой палетке. Видите, здесь очень светлый, более розовый и вот красновато-бронзовый. Здесь же, смотрите, есть черный, есть темно-коричневый, есть серый, темно-серый с блестками, темно-коричневый матовый. Вот эта палетка, знаете, она серая, она покруче будет. Что по мне? Так, давайте залезем пальцем. Пальцами. У меня, к счастью, не один. Так, вот здесь. Да, девочки, они жирные, они классные, классные тенюшки. Вот. Не могу сказать, что что-то прямо супер необыкновенное. Самое необыкновенное здесь, девочки, это дизайн. Но пигментация тут тоже очень хорошая. То есть я бы даже сказала, что вот эти вот палетки, они дешево стоят. 8 евро, они запросто могли бы и 10 брать. За количество граммов замечательно, за качество теней отлично. И плюс вот такой вот шикарный дизайн. Девочки, они запросто могли бы и 10 евро брать. Поэтому да, извините, что дразню, но они очень, реально очень классные. Так что буду наслаждаться. И не удержалась, но... Многие немецкие блогеры ругают именно эту палетку, потому что она, сейчас вы увидите палитру и все поймете. Это уже Essence, но неужели это Essence? Значит, Catrice, значит, я три палетки от Essence заказала. А я была уверена, девочки, что я заказала, что это Catrice. Значит, получается, Catrice только хайлайтеры выпустила. Хайлайтер я специально сказала, не буду заказывать. Но тот, который я хотела, его и раскупили. Он на официальном сайте Out of Sale. Так, вот так вот подергать. Все отлично прилеплено, ни одна блестюшка не отлепилась. Но это реально такие, знаете, можно
в любом магазине такой вот купить и наклеить. То есть вы реально, это вам лайфхак, девочки. Если вам очень понравилось это оформление, например, Unix, безумно скучные палетки, или старые палетки Essence, или вот если есть реально какие-то старые палетки, купить просто вот такой вот клей или блестки отдельно. Или если у вас есть пигменты, блестки, знаете, вы купили какую-то лимитку, не знаете, куда деть. Можно взять старую палетку. У кого же я видела из девочек? У Полины я видела видео. Она вечно украшает свои палетки чем-нибудь, наклейками в основном. Я подумала, блин, отличная идея. У меня же тоже есть классные наклейки. Я могу старые скучные палетки тоже так украсить. И вы знаете, вот такую палеточку намного приятнее брать в руки и хочется брать в руки, чем вот какую-то обычную. Вот, например, если взять... Так, сейчас, девочки, постараюсь взять какую-нибудь скучную. Грейс, смотрите, какая она скучная палетка. Качество-то у нее неплохое, но вот к этой у вас точно потянется рука, а к вот этой только из-за качества и оттенков. Но если сюда тоже прилепить что-то самой сделать, то тоже будет шикарная палетка. Короче, девочки, я за креатив. Если у вас есть какие-то бюджетные палетки, украсьте их сами. Так, не буду вас мучить. Здесь, смотрите, мне не БУ случайно досталось. Вот нет. Так, это, я так предполагаю, наклейка. Та-да! Ну, я люблю другого типа, девочки, наклейки, должна вам признаться. Я бы вам показала, но они у меня куда-то пропали. Недавно их искала, посмотрела видео у Полины и тоже захотела поклеить свои палетки. Не нашла наклейки, куда-то я их дела. Зеркало украшено здесь, оно не заклеено, ничего такого я не вижу. И здесь очень маленькие рефилы, девочки. Закончить эту палетку вообще не доставит никакого... Не будет тяжело, короче. Так. Здесь нужно, извиняюсь, отклеить. Все очень просто. Название здесь написано. Это приятно. И вот такая вот палетка голографическая. Здесь такой снежок классный. Хотя сейчас, да, только осень, но я помню, знаете, день, это было 6 октября, когда в Воронеже пошел первый снег. Листва еще была зеленая, очень много было зеленой листвы и мало желтой, но пошел снег такими большими хлопьями. Я до сих пор помню, как я стояла в зале и смотрела, как падают эти хлопья, это было волшебно. Поэтому, да. Может быть, у кого-то из вас сейчас тоже идет снег, или шел снег, или будет на днях идти снег. Немки ругали вот эту палетку, девочки, именно за то, что у нее очень много перекликающихся здесь оттенков, и я должна согласиться, действительно, они перекликаются. То есть, например, вот эти два можно было бы, даже раз, два, три, можно было бы сделать какой-то один. Давайте сейчас просвотчим. Ну, видно, да, оттенки действительно немного разные. Девочки, если честно, я не смотрела, что я вам снимала. Я надеюсь, я была в кадре. Вот эти, в принципе, похожи. Вот этот нет, не похож. Но вот этот более такой... Вот этот уходящий в коричневый, а это в персик уходит, цвет шампанского. А вот этот вот вообще холодный. Они не похожи. Так, вот это. Автоматически у меня влазит. Так, девочки, что еще здесь кажется похожим? Мы сейчас проверим, похоже оно или нет. Это я вот эти три попробовала. Давайте вот эти два попробуем. Все остальные, мне кажется, довольно разными. Ой, и эти разные, девочки. Нет, вы знаете, я не соглашусь с немками, они по пигментации все очень разные. Качество здесь неплохое, очень... Очень неплохой, опять же таки. Правда, знаете, у Нины видео, когда я смотрела, она прям видео наносила эти тени, она сказала, что они на века не так ярко передаются. Так, на улице опять перед моими окнами кто-то болтает. Ну ладно. Вот, девочки, такая пигментация. Но мы с вами обязательно сделаем макияж и посмотрим. Сколько стоила эта палетка, если не ошибаюсь, 10 евро, девочки. Я сама в шоке, что я все-таки
Знаете, я именно заказала на эмоциях. Я посмотрела и подумала, нет, все, не могу. Упущу эту коллекцию, буду очень-очень жалеть. Тем более, что у меня есть такая возможность. Говорят, что другая палетка, она поинтереснее в оттенках. Ну, не знаю, мне понравился вот этот вот розовый дизайн. Я очень хотела и подумала, что вот такие светлые оттенки у меня, ну, легче пойдут, чем те другие. Те, по-моему, палитра, опять же, была более такая холодная. Вот, девочки, это те палетки, которые реально мне не давали спать. Их дизайн меня привлекал, звал меня, и потому я все-таки решила их заказать. Я должна сказать, что в принципе цена-то недорогая. Вот в этой палетке вообще у нас... А, смотрите, тоже 15 грамм. Ну вот это вот нормально, да? Они потратились на оформление, я не жалею, что я переплатила, скажем, 2 евро, здесь отличное зеркало, я понимаю, за что я деньги отдала. И очень классное оформление. Видите, никакие блестки не отпадают, все отлично. Здесь голографика, внутри голографика, чуть-чуть снежок, выбитые алмазы. Короче, не, я понимаю, за что я отдала. Но наклейки я не считаю, я, конечно, не подросток, хоть и люблю наклейки, чуть-чуть не мой стиль. А вот здесь, конечно, девочки, я скажу, что они взяли... Цена только за тени и за граммы, а за дизайн как бы они подарили. Потому что я считаю, что такие палетки реально... Вот если бы выпустил Too Faced, вот такого рода палетки, они бы точно стоили где-нибудь не 20, там 6 евро, а уже к 40 евро стоили бы такие палетки. То есть дизайн здесь реально дорогой, он шикарный, он королевский, он люксовый, не побоюсь этого слова, девочки. Я бы, конечно... Скупила всю коллекцию, но это сумасшествие. То есть, если бы они, знаете, если бы они хотя бы на полгода вели эту коллекцию, я бы потихонечку купила. Но откуда взять столько денег, чтобы за раз все это купить, чтобы ухватить? Не знаю. Не знаю, девочки, я просто вот, скажем, в панической атаке. Если бы я знала, что вот эти палетки на сайте будут висеть еще... Хотя бы полугода я бы, наверное, по одной штучке их покупала или как-то подождала бы, не сразу стала заказывать, но не знаю, боюсь я, что они пропадут и что я об этом пожалею, конечно. Смотрите, какая красота. Девочки, я думала, что видео будет на 5 минут, но я опять, как видите, почти на 20 минут наболтала. Вот такая вот красота, девочки, и такие три палетки. Не думаю, что я другие буду покупать, они по дизайну не так меня удивили, а оттенки там все как-то чуть-чуть перекликаются. Я уверена, что они все-таки разные, но все очень светлые. Буду ждать принцесс, принцессы тоже скоро выйдут. Я положила глаз, девочки, на одну палетку. Я точно знаю, что хочу одну палетку. А на все остальные я пригляделась к оттенкам, я поняла, что они мне все не нужны реально. Вот жасмин я хочу. Жасмин, она шикарная, это спойлер. Жасмин, она необыкновенная. И палетка сама, и принцессу я просто обожала. Я очень хотела быть похожа на жасмин. Ее шикарные длинные черные волосы, ее фигура. Это реально вот... Моя принцесса. Все остальные, меня больше, я так скажу, я бы, может быть, взяла бы и другие, разорилась бы, взяла бы другие, но вы знаете, тенюхи меня что-то не переубедили. Пока не увижу других блогеров, возьму только одну жасмин. Вот так, девочки. Все. Желаю вам хорошей недели, хороших выходных и до следующего видео, девочки. Пока-пока.